Добрый вечер, друзья. Вы знаете, я сам не люблю задержки, поскольку сам вышел из академического мира, где, в общем, примерно начинается все вовремя. И эта традиция клубов мне не очень нравится, но приходится принимать условия. И поэтому извиняюсь за задержку, тем более, что у нас сегодня непростое выступление. На самом деле вы присутствуете при съемке фильма, который называется «Регенмахер», «Der Regenmacher», по-немецки «Регенмахер». «Реген» — это дождь, а «Махер» — это человек, который его делает. Имеется в виду, что это я. Или «Rainmaker», говорят они. Фильм снимает немецкий канал CDF «Культур Драйсат». И вчера мы снимались в Большом театре, Красная площадь. Сегодня в Крылатском на рассвете в 5 утра уже я трубил в этот рок, который вы видите на сцене. И до этого, месяц назад, мы снимались в Альпах, были у такого необычного мастера альпийских рогов, который их изгибает в виде саксофона или альпийский рог в виде душа. Может быть, кто-то видел в Фейсбуке на моей странице. Ну и так далее, и так далее. В общем, эти ребята сегодня тоже здесь. Было интервью с Алексеем Козловым. И я очень благодарен клубу, благодарен Тиграну, Араику, Коле Богойчуку, самому Алексею Семеновичу за то, что они нам предоставили это помещение и то, что мы могли здесь провести интервью, снять мои необычные инструменты, которые в обычную квартиру, как вы понимаете, не всегда влезают. И вот, по идее, собственно, и концерта не должно было быть, но решили все-таки закончить эту историю концертом. В программе нет моих музыкантов, там стоит только фамилия квартета Калешер Клопер, поэтому я с удовольствием представлю моих коллег. На контрабасе играет Игорь Иванушкин. За барабаном в коротких штанишках, но на самом деле он уже вырос и вполне превратился, так сказать, в маститого музыканта. Все это будет, конечно, на видео, в кино. Его зовут Артем Федотов. Ну, еще есть у нас один музыкант, который выйдет чуть попозже. Мой тезка, мой давний друг, коллега, с которым мы, наверное, вот с 10 лет знаем друг друга и выступаем в разных качествах. И начинали мы вообще на гитарах, пели песни Ров, там, и Битлз пели. Вот. А сейчас мы уже, теперь он стал петь, я уже не пою, я играю, но он тоже будет играть на бас-трубе. Его зовут Аркадий Кириченко Фриман. И начнем мы такого моего хита, который каждый раз мы делаем по-разному. Хит этот называется «Кобра», наверняка кто-то слышал в каких-то других вариантах. Но сегодня будет совсем другой вариант. Вообще будут какие-то известные, наверное, для вас пьесы, но они будут все в разных таких странных, может быть, необычных вариантах. Ну, собственно, как это и происходит обычно в джазовом мире. Кобра. Thank you.
good news, not good, it are not good. In the deep of the today, I need to do Oh.
Аркадий Кириченко Фриман. Это он. Ну, такая получилась увертюра, в которой мы, так сказать, объявили о том, что же сегодня будет. И по частям, так сказать, понемножку показали вам спектр наших интересов музыкальных, артистических, вокальных, инструментальных. Каких еще? Контрабасовых. Ну, понятно, какие еще бывают. Других не бывает. Это была композиция «Кобра». Еще раз повторяю, это уже для телевидения, чтобы они авторские присылали правильно. Вот, а сейчас мы сыграем пьесу поспокойнее, и это уже будет не моя пьеса, будет композиция Хораса Сильвера, знаменитого джазового композитора-музыканта, необычного, и который сделал для истории джаза очень много. У него есть такой альбом, который не очень популярен, но это не значит, что он не плохой. Да? То есть альбом очень интересный, необычный. Называется альбом «Боги Йорубы». И мы сыграем композицию, которая, собственно, так и называется «Боги Йорубы». Наверное, правильно будет сказать, что мы сыграем в одном отделении, перерыва не будет, поэтому если кто-то хочет есть, пить или там еще что-то делать, то все это вы можете делать во время выступления, и у вас не будет возможности это делать в перерыве, потому что перерыва не будет. Но вы можете это сделать после окончания. Боги Йорубы. Thank you.
Аня Кириченко-Фридман, Игорь Иванушкин, Артем Федотов. Мы как раз сегодня с Алексеем Семеновичем говорили о том, что вот были времена, когда вот такую музыку не считали джазовой, потому что она звучит на 5/4, и даже обвиняли Брубека в его знаменитый Take Five, что вот написал такую совсем не джазовую тему. Ну, видимо, на 2/4 легче играть, а в Молдавии говорят, что на 2/4 только на парад ходят. И поэтому мы сейчас сыграем пьесу еще более неметричную, ритмичную, но не метричную. Я бы сказал, полиметричную. Еще что я с вами так? На эту тему есть очень хороший анекдот, мне нравится. Знакомится девушка с музыкантом, с джазовым музыкантом, знакомится в баре где-то. Она спрашивает его: скажите, а вот вы вообще кто? Он говорит: ну, я джазовый музыкант. А, джазовый музыкант. О, эти ваши полиметрические, полиритмические ходы, эти ваши замены, эти ваши тональные сдвиги, эти ваши секвенции. Я в этом ничего не понимаю. Вот, так что я понимаю, что здесь вот как раз такие люди собрались, которые ничего не понимают в джазе. Интересно. Поэтому мы сыграем сейчас пьесу, которая вот называется «Танец на 7». И действительно, пьеса будет на 7/8. И она, конечно, связана с балканским, так сказать, фольклором. Как я уже сказал, молдаване очень любят танцевать на 7, на 11, а на 2/4 вот говорят, что только на парад можно ходить, маршировать. «Танец на 7». Thank you.
Игорь Иванушкин, Артем Федотов. Научились играть на 7, а? Не прошло и 5 лет. А то все на парады ходите. Ну вот сейчас совсем пьеса необычная. Хотя и название ее практически джазовое. Ну, можно сказать, джазово-стандартное. Композиция называется «Пиво для птицы». Ну, птица... Наверное, правильно было бы перевести «Пиво для пташки», потому что... Ну, не Леонид Пташка, который пианист в Израиле, может быть, вы знаете. Имеется в виду пташка, кличка Чарли Паркер. Его называют, ну, его называют «птица», но по-русски как-то «пташка» не очень, да? Поэтому все-таки «птица» мне больше нравится. И история такая. Много лет назад я был в Канзас-Сити на фестивале волтернистов. Такие происходят по всему миру, примерно там 3-4 раза в год. Я не на всех бываю. Но вот тогда я попал в Канзас-Сити на большой фестиваль волтернистов. Было где-то порядка 500 волтернистов со всех стран. И так случилось, что я познакомился с одним волтернистом, который тоже интересуется джазом. Он, правда, не играет, но собирает, коллекционирует записи и джазовых музыкантов. И в том числе он собрал большую коллекцию джазовых пластинок, связанных с волтерном. Ну, где-то там их, конечно, не так много, но он практически собрал все, что есть. И, конечно, мне было интересно с ним пообщаться и что-то, может быть, переписать. Или, ну, в общем, как-то с ним мы подружились. И он мне говорит: «Аркадий, а вы знаете, что вот тут есть как раз кладбище, где похоронен Чарли Паркер?» Я говорю: «Нет, я не знал». Хотя я знал, что он похоронен в Канзас-Сити, но там целая история. Тело перевозили, там вторая жена перевезла в Нью-Йорк, а первая жена опять назад в Канзас-Сити. В общем, какая-то сложная история. Никак не могли разделить тела покойников, бедный Чарли Паркер. Но неважно. Все-таки могила его действительно есть в Линкольн-Цементри. И действительно есть, можно ее посетить. И нарисован саксофон, годы жизни Чарли Паркера. И слова: «Полусумасшедший полугений, непонятый даже в своей смерти». Вот это я запомнил. Я перевел с трудом, но эта фраза мне очень запомнилась. Полусумасшедший, полугений, непонятый даже в своей смерти. Ну, так бывает с талантами, с гениями, и тем более в джазовом мире. Да, мы посетили посетили это кладбище, посетили эту могилу, там возложили цветы, отдали дань, так сказать, известному джазовому музыканту, и пошли рядышком пивную, где, естественно, туристы, американцы, американские бизнесмены, так их назовем, потому что они обозвали пиво Чарли Паркер Броу. И, ну, представляете, вот иметь пиво Аркадий Шелков Паркер Броу в этом клубе лет через 50. Ну, не знаю, как бы я к этому отнесся, но мне, наверное, было бы уже все равно, но тем не менее. Вот такое пиво было там, и, конечно же, я заказал, и было много наших волтернистов, там, ну, не знаю, 10, 15, 20 человек, которые там тоже сидели, выпивали, и мне принесли пиво. Я выпил кружечку немецкую, осмелел, и говорю: «А вот я вам сейчас, вот, если Паркер сыграю что-нибудь, что мне за это будет?» Они говорят: «А что, мы тебе принесем пиво, жбан». Вот, ну, я хорошо взял, сыграл знаменитую композицию Паркера «Блюз». И сыграл там немножко, поимпровизировал. А парень, который обслуживал нас, он сел на стул, не стал никого больше обслуживать и слушал внимательно, что я там вытворяю на этой вот своей волторне. Наверное, он никогда не слышал, чтобы кто-то на волторне что-нибудь такое играл подобное. Ну, я тоже. Ну, не важно, но дело не в этом. Дело в том, что он действительно принес много пива, и подарил мне еще майку вот этого заведения. И вот много лет спустя я вспомнил эту историю и написал композицию, которая так называется «Beer for Bird», или «Пиво для птицы». One, two, one, two.
Thank you.
Игорь Мамушкин. Спасибо. Сейчас мы сыграем композицию, которая как бы вот навевает, навеяна, я бы так сказал, и, наверное, навевает, навеяна альпийскими просторами, и надеюсь, что и вам это тоже навеет, альпийские просторы. Если кто не бывал, то помните, как Кружванец сказал, путешествуйте вглубь материи. Альпы истоптаны, молекулы нет. Путешествуйте, так сказать, в мир материи. Вот микроскоп, там два шлица такие, ваши желания тускнеют, чернеют, исчезают, черт возьми. Альпийский, как правильно произносить, альпайн скетч, альпийский ландшафт, альпийский... Решили, раз уж мы все-таки играем в джаз-клубе, да. И, наверное, где-то, в общем, нас можно назвать так, джазовыми музыкантами, хотя это очень опасно. Мы решили сыграть такую сюиту из трех блюзов. Блюз-сюита, так назовем ее. Сюита in blue. Сюита in blue,
Ну, мы, правда, все в черном. Первый блюз будет называться архаический блюз, archaic blues. Второй блюз называется Bill Street Blues. Традиционный блюз. И третий блюз называется Subsound Blues. Это такой вот блюз, посвященный поезду, который ходит Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород. И, ну да, вот, дальше продолжать не буду. Subsound Blues. Ну, начнем мы с Archaic Blues. Запомнили, да? Archaic Blues, Bill Street Blues, Subsound Blues. Не перепутайте. Я энное количество лет прожил в Соединенных Штатах. Ну, так случилось. Вот. И был на юге Соединенных Штатов. Мне было интересно узнать, откуда все это зародилось, чего, как, где, почему. Джаз, блюз, все. И куда бы я ни девался, куда бы я вот свои помыслы и уши не девал, все равно приходит на ум одна вещь. Все-таки они из Африки. Из Африки. Дай мне немножко Африки. Чуть-чуть, а потом о, все, договорились. Мы решили все-таки раз Африка. Африка, да. Правда, совсем Африка. Австралия. Австралия. Австралия, да. Африканская Австралия. Африканская Австралия. Я назвал этот инструмент альпирид. Thank you.
I found out again. Thank you.
river blues. To get in the seat, don't know the way. I hate to say I own the blues today. I never go. I sure won't. Yeah, man. He not the way my mama said I blew the mother way. You spent the good alone. Игорь Иванушкин. Артём Федотов. Аркадий Шенкотов. Thank you.
товарищи Владимир. Аркадий Кирченко, фримен. 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 Я по-немецки. Аркадий Зотлобин.
сыграем еще одну пьесу на бис, и она называется «Фанк Рог».
Спасибо, друзья. Аркадий Терещенко, Free Man. И ушли там Игорь Иванушкин и Артем Федотов. Аркадий Федотов. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы еще когда-нибудь поиграем здесь. Нам понравилось.